Nokia E50-2. Замена передней панели. Чаще всего передняя панель меняется вследствие потертости лицевых частей корпуса, треснувшего стекла или выхода из строя кнопки на верхней части панели. Замена передней панели происходит очень легко. Пластмассовой лопаткой поддеваем переднюю панель по периметру и отщелкиваем все фиксаторы. Передняя панель снята. Затем мы берем новую переднюю панель. Она может быть в сборе с клавиатурой, как в нашем случае, так и без. В этом случае смотрите ролик по замене клавиатуры. Прикладываем переднюю панель к телефону и аккуратно защелкиваем фиксаторы по периметру телефона. Передняя панель установлена.